Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем играть в цивилизацию за Российскую империю. В общем, что я подумал? У нас осталось два хода до самолетов, биплан. Ну, это такое себе, да. Но давайте там уже после двух ходов посмотрим, куда нам в авиацию идти. Нам надо бомбардировщик и где-нибудь вот здесь... Пока здесь строитель, мы сможем с вами построить аэропорт, я думаю. Так, в Соликамске у нас амбар. Ну, это первые самые постройки. Ну, древние стены, давай, не знаю. Поехали, нам надо два хода отыграть. Так, ты далеко не убегай. Спасибо за комплимент. А, ты лошадей хочешь, да? Право прохода? Нет. 3, ну что-то ты мало даешь. Давай 15. У тебя вон золото навалом. 16. И вот так. Ну давай, отлично. Вот, да, как они грабят нас, получается. Вот таким вот макаром. У них вот верфь тут. Я понял, все. Встаем здесь. Нам надо подлечиться. Ладно, давайте подлечимся сначала. Стоп. Мы не будем подлечиваться. Мы нападем. Вот таким макаром они нас грабят постоянно. А я из-за тумана войны этого не видел. Селитру я тебе не дам. Прости. И он хочет убежать. Если приземлившись, ты можешь ходить... Вот свершилось как раз это. Сейчас мы добьем бразильцев на воде. И давайте теперь посмотрим, что нам дальше. Алюминий 29, но это долго-долго, да? И потом только истребители, бомбардировщик. Противопехотная команда. Ну вот это нам надо, кстати, да. Давайте вот так. Потом вот так. Стой, вот так. Через Shift я могу? Да, потом вот так. Паровой двигатель. Ну ладно. Пока что пойдем вот таким образом. Ты поплывешь сюда. А здесь давайте попробуем построить. Аэропорт мы не можем еще построить. Аэродром, вот он. 10 и выше население надо. Понятно. 10 и выше, это тогда мы будем строить где-то в Санкт-Петербурге, либо в Москве. Ну, давайте тогда подождем. Право прохода. Нет, я тебе не дам. Давай вот так и 10. Ну ладно, давай за 8, ладно, уговорил. Что с нашей пушкой? Почти готово, следующий ход. Ладно, этими тогда мы вырубаем лес здесь. Все будет побыстрее. Один ход. Давайте еще вот этот лес вырубим тогда здесь. В принципе, почему бы и нет. Союз. Союз нам что дает? 60 ходов. А вы ни с кем не воюете там случаем?
Ну, давай, ладно. Несколько гранитных вершин, напоминающих зубы тигра, эффектно выделяются... Мы сразу же чудо света, не будем это все смотреть. Узнаем, причем 5. И открываем почти всю карту, они исплавали. Давайте теперь посмотрим, что тут у бразильцев. Так, ты начинай свой выезд. Я думаю, если вот столько у нее энергии осталось, в принципе, мы можем добить. Исследователь, ладно, злится на нас, но это пофиг. Мы же не виноваты, что они столько открыли. Мир, нет, мира мы не будем заключать, пока не заберем у тебя фортолезу. Так, ты нам сахар дашь, да? Ну давай, ладно. Я жду, пока нашей бомбарде дадут опыт уже. Просто очень долго это все продвигается. Так, вырубаем чертям. 3 хода, отлично. Хоть довольство в Твери появится. Довольно-таки скоро. Да, мы сможем даже 2 раза ее атаковать. Так, Санкт-Петербург с Соликамском мы соединились, только не здесь, да? Давай с Соликамском с этой стороны. А строить... Так, здесь мы атакуем, естественно. В следующем ходу мы уйдем отсюда, да? В Санкт-Петербурге нам надо строить аэродром, значит. Аэродром мы будем строить где-то вот здесь, скорее всего. Либо вот здесь, да? Как нам ближе туда? В принципе, и так, и так. Ну, давайте вот здесь. Уже будет попроще. Научное соглашение. Давай, ладно, примем. Союз. Каждому мужчине следует обучить сына полезному ремеслу, экономика, дабы в наши полные превратности судьбы дни было торговца. Бы ему на что опереть. Сменить правительство вот на монархию, но я не знаю, блин, надо подумать. Но тут, да, именно война, когда, да? Нам по-хорошему надо что? Нам по-хорошему теократию бы. Будем пока вот от сердца центра коммерции бонусы за место районов. Давайте попробуем. 78 уже получше, да? Все, лечись. Тут мы что выбираем? Реформация. Ты у нас вылечился. Давай сюда. А лучше даже вот сюда. Коль мы знаем, откуда теперь они на нас нападают.
Это облегчает задачу в некотором смысле. В Твери развлекательный комплекс завершен. Довольство уже 2, жилья 6. Им надо жилье, блин. Канализацию вам надо, ребята. Что-то я проморгал совсем этот момент. Все, ты стой здесь, отдыхай. И Форталеза практически у нас в руках, да? Давайте уже будем потихоньку подтягивать юниты. Так, Смоленский центр коммерции завершен. Ремонт кампус тогда продолжаем. Нет, ты уже чувствуешь, да, что Форталеза скоро станет нашей. Мы не доставим тебе такого удовольствия. Когда у нас уже опыт получит наша бомбарда, вот что интересно. Я не знаю, 3 юнита нам хватит на захват Форталеза. Эти все делают поселенцев усиленно, бразильцы. Куда вам столько? Полностью? Вроде бы да. Ну, давайте еще один подождем на всякий пожарный, да? Тут у нас пока все спокойно. Научное соглашение, паровой двигатель. Давай. Тут не уверен я, что хватит войск, конечно, но надо нам рисковать. Потому что если не эта попытка, то какая, да? Да блин, обстреляй ты ее уже. Тут я тоже не вариант заходить. Ладно, стой. Стой. Ждем. Доступно повышение. Отлично. Да, это наш шанс, ребят. Так, где тут что нам надо?
где много всего надо. Нам надо дверь вот сюда вот делать усиленно. Тебя давай мы повышаем. Давай сюда пойдем, ладно. В Белиме, как у нас дела? Довольства мало, да? Жилья хватает. Тогда мы здесь делаем что? Мы делаем торговца еще одного, наверное. И мы порт сейчас себе захватим, это очень важно. Да уже все, уже поздняк. Нет, извини. Трюфели он нам хотел втюхать за селитру, да? Веселый дядя. Химики не заикаются. Так, теперь у нас паровой двигатель. Изучается это хорошо. Мы бомбим последний раз. Наверное. Нет, еще один ход подождем. Три, что-то мало. Давай 10. 8. Давай, отлично. Войска уже все должны покидать Хатусу, ужас. Точнее, Форталезу, а не Хатусу. Смотрю на Хатусу, говорю Хатуса. Конечно же, Форталезу. Так, вы. Неудобно, да? Ладно, вот так. Вот так. Вот так. Ты, кстати, подлечись. Да, здесь все вырезайте нахрен. И сейчас пойдете в Соликамске, наверное, поможете. Тут больших проектов больше нет. Тут мы уже все вырубили. Давай в Соликамск иди. Мы пока продолжаем смотреть, как у нас тут дела. Да, ходи сюда. Ты давай сюда. Так, как нам сделать-то лучше? Вот так вот, я думаю. И в атаку. Правого прохода нет. Подожди, мы тут занимаемся другой вещью, более важной. ПТ команда что-то тут бежит, не понимаю, зачем она бежит, все равно уже не успеет. Так, Смоленский, у нас кампус починили. Давай библиотеку. Ты стой, отдыхай. Стой, отдыхай. Пошел на вал, но вот ПТ-команда успеет подойти, но я не знаю. В принципе, смысл, но успеет она. Ну ладно, мы ее вынесем все равно. Тремя отрядами осуждает то, что у нас город один из ихних, но это ладно.
Это не опасно. Так, вырубай. Ты начинаешь обстрел. Можно отвести, в принципе, вот так. Сделать вот так. Соликамские древние стены завершены. Отлично. Довольства у них вообще нет, да? Жильем тоже все плохо. Давайте канализацию-то сначала делаем. Посмотрим, что сможет противопоставить ПТ-команда. Нашим трем армиям, так сказать. Мы их сейчас можем взять почти в окружение, получается. Так, из Казани. Давай вот сюда, мы тут ни с кем не воюем, так что и они тут недалеко. Так, ну дорубай, чё уж. В Казани торговец завершено, да? Нам нужны еще торговцы, в принципе. У вас больше ходов нет, да? Нет, есть. У вас точно нет. Город в осаде, можно сказать, все с трех сторон. Нет, я заберу у тебя. Я Форталезу так долго мечтал себе забрать. Нет, здоровье у них восстанавливается все равно по чуть-чуть. Стоп. Вот эти еще могут атаковать. Отлично, половинка уже. Осталась последняя фаза нашей операции по захвату Форталезы. Также, думаю, у нас еще будут повышения со временем. Вылечись. Тут хоть как, по-моему, надо атаковать, потому что смысла нет ждать. Так, довольство, все хорошо. Акведук, жилье. Жильем все хорошо. Лабораторию давайте построим. Это долго, но ладно. Вот сейчас бы вторую пушку нам, в принципе, сделать. И вот сюда подогнать. Почему бы нет, кстати, если ее купить.
Надо подумать. Бомбарда, полевая пушка. Дальность 2. Мощь в дальнем бою 60. Угу. Сила обстрела 55-60. На 1000, почти на 500. Ну давай. В Пекине университет завершен. Это вообще здорово. Довольства у них мало, да? Так, а для довольства мы что можем им сделать? Да ничего мы не можем сделать им для довольства по-хорошему. Поэтому давай торговца. Так, сейчас пушки подъедут. Это у нас все лечится. И думаю, дело пойдет побыстрее. Да, вот, кстати, отбаговался наш защитный редут. Со следующего хода мы уже начнем полный обстрел. ПТ-команда уплывает. Непонятно почему. Давайте тогда мы вот этими сейчас здесь подожмем. Не уверен, что человечеству... Чтобы они далеко у нас выплыть не смогли. И давайте огонь. Батарея. Давай вот сюда сначала. Тут у нас что достроилось? Точнее, починилось. Что? То. Тут мы ремонтируем все, продолжаем. Долго, ну а что делать? Угу. ПТ-команда все-таки возвращается. И еще подмога пришла. Зря, наверное, я их не выпустил. Да ладно, пройди уже, посмотри. Броненосца на дружественной территории. Ладно, пока стой. Отклонить сделку. А эти у нас почему не лечатся? Нет, убегают, боятся. Понимают, что они в котле уже, да, в полном, и что ничего не поможет. Но долго мы к этому шли, еще раз вам напоминаю, сколько серий было записано. Наши войска уже почти восстановились, так что уже очень скоро надо будет нам атаковать.
Еще одна ПТ-команда. Угу. Вот это уже становится интересным. Если не сейчас, то, наверное, уже больше никогда, да? Давайте из всех орудий. Ну да, хотя бы так. Я думаю, это все. Да, это все. Наконец-то мы берем форталезу под свой контроль. Сохраняем город. И ремонт амбар сразу же, естественно. Долго мы очень шли к этой цели. Не знаю, сейчас ПТшники будут на нас нападать, нет. Осуждает, это понятно. Осуждают, понятно. Да, будут атаковать, но эта команда не так сильна, по-моему, против как раз наших вот этих вот военных, да? Я тебя услышал. До суда ты не дойдешь. Ну да, тогда давай лучше уж так. Отлично, захватили мы наконец-то форталезу с горем пополам. Поехали, орудия будем сюда потихоньку перекатывать. Так, здесь мы можем повысить, да? Хотя нет, давайте сначала вот так. Так, и отсюда в Хатусу мы можем, да, отправить? Так, ты пока стой, отдыхай. Тебя мы повысили. Тут у нас что? Военный лагерь завершено. Отлично. Тут у нас стены средневековые. Так, так что казармы давайте строим. В Рио-де-Жанейро торговец. Да, мы теперь можем позволить себе отремонтировать театральную площадь здесь. И пропускаем ход. Такой вот небольшой, но довольно-таки лакомый кусок земли мы у них забрали. Хотя он бессмысленный, но нам от него плюс, что мы можем двигаться сюда и в эту сторону теперь. С этого куска земли. Повышение, так, боевой мощи. Отлично, у нас теперь броненосец есть один. И теперь мы можем грабить их земли, кстати. Как они наши когда-то. Так, вы все лечитесь, вам больше нечего делать пока что. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать с вами данную серию. Такая вот у нас неплохая довольно-таки серия получилась. То есть мы наконец-то выполнили мой замысел, который я хотел, а именно захватить город. Который форталеза, который мы очень давно осаждали. Сейчас мы еще заберем у них то строители, если они такие добрые. Они нам пригодятся, спасибо, можно им сказать. И все, и на этом мы будем заканчивать данную серию, потому что
по времени и так уже довольно-таки долго затянулась эта осада. Я думал, она как-то быстрее пройдет, но нет. Так, ты иди сюда. Все, юнит мы забрали. И лечись. Спасибо, что посмотрели данную серию. Если вам понравилось и вы не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интересней. Дальше у нас впереди захват Бразилии еще правым флангом. Ну и тут добивание бразильцев левым. Но тут уже дело за малым. До новых встреч. До свидания.